Это печально, понимаешь? Как два козлика. Здорово. Загагекали, да? Хорошо. Начинай, Женек. Давай, поехали. Поехали. Го. Женя, Женя. I'm a TP. Хайден Болман, да? Хайден ТПшен, блин. Хайден Болман. То есть ты Святоша, да? Чего? Ты Святош, у тебя же ниб над головой. С такими губками я не могу быть Святошей. На тебе вот такой. Святая инквизиция. Что за это, Бэтмен или кто это у тебя? А нет, знаешь, на кого похоже? На Флэша на какого-то или как его там? Помнишь про Флэша, да? Да. Это Робин какой-то. Как я забуду? Ух, нифига себе, ты намутил. Я только одного сделал. А что это у тебя крем на голове такой желтый? Это такая же, как у тебя хрень у этого Флэша. А, точно, точно. Потому что у тебя как-то не очень, а вот у меня прям идеально, смотри, по выражению лица, смотри, как получилось. Я же волосатость себе сделал. Да супермен! У тебя черный кот? У тебя кот Нигер, что ли? Да. А что, кот не может быть черным, что ли? Что с дискриминацией? Кот не может быть черным. Может быть кот черным. Песня даже есть. Эдди Тамс. Тамс. Сейчас я тебе покажу. Давай, покажи мне. Черного кота. Что я еще не видел? Покажи мне, давай. Покажи мне черного кота. Если черный кот дорогает. О, Женя, наделал тут скинов-то себе. Ну, постарался, на славу. Это что-то на Флинстоуна похож. Только белый, мертвый. Я воду, да? Только мертвый, белый уже совсем. Совсем. По-моему, они как раз такого цвета, не? Нет. Флинстоун. Нет. Флинстоун. Та-на-на-на. Та-ра-та-та-ра-та-та-та. Я в детстве любил Флинстоун. Так а кто же не любил-то? Угу. Так, тихо. Потому что там и книга у меня была, я помню, огромная такая Флинстоун. Книга была? Там были была? Все эти. Там даже, помнишь, эти космические были, там потом были мишки, которые эти... У меня книжки не было, еду воловать. Воловали еду. Воловать. Еду воловали. Я просто не помню, как они называются все уже. Там целая серия была про них. Интересно. Что-то я запутался, походу, тут уже. Да нормально, смотри, как я стал, видишь? Вижу, вижу. Кадр за минуту до. За минуту до. Слушай, надо, короче, подключиться, может, кому-то по это самое. Можно, можно, там есть такой вариант, да. Силович, давай, ты Силович. Мерил. А что это за флаг такой интересный? Не знаю, страна какая-то, видать. Кострома? Страна. А, давай. Кострома, да. О, молодец. Молодец. Хорошо. Сейчас я тебе покажу, где раки зимуют. Что это было? Что за это вращание вокруг? Ты это, что ли, как Волочкова, что ли, волосатая? Похоже, кстати. Похоже на Волочкова, да? Конечно, Стюшка натащит. Вот это классно. Женя, что это? Это супер. Офигеть. Ты как знаешь, ты похож на подгорелое мясо. На подгорелое мясо? Мексикашка, что ли, Жень? Да, мексикашка я. С белым галстуком. Что это такое? Не знаю, Женек. Давай, давай, давай. Мне козла, честно говоря, даже жалко. А почему? Почему? Бедный стоит, так же не двигается. А почему именно козел? Кстати, жалко, что он реально не двигается. Вот это было бы. Почему козел именно? Я не знаю. Это может какой-то сакральный смысл есть тайный? Вот. Да в таких играх, по-моему, вообще не может быть сакральных смыслов, нет? Главное, что тут пипка двигается, а остальное уже так. Ерунда, да? Давай, ты человек-бургер будешь, не? Бургершот. Буду. О, отлично. Замечательный Женек. Замечательно, да. Теперь надо руку оторвать от моей головы. Решил не отрывать мою руку, да? Нет, нет, Захари Кинла. Захар, давай. Захари, маленький Захари, давай. Сейчас, подожди. Литл Захари, давай. Лавкач. Все нормально, все хорошо. Сейчас, смотри, куда. Сейчас я... Ну, берись же, ёпта. Давай, давай, давай. Да берись ты, мать. Да давай. Что? Ох ты, ёкало мене. О, цыпа. А как её, Ньютон? Какой Ньютон? Ери. Ери, Ньютон. Ньютон.
Так, давай, давай, давай. Мало того, что у тебя вроде женский персонаж, а Пипа-то как бы. Пипа как бы. Пипа как бы, да. Что Пипа как бы? Ну, Пипа как бы у женского персонажа. А, да. Окей, пускай будет Пипа. Но это... Почему обязательно женский персонаж? Это может быть не женский персонаж. Слушай, а по-моему, так и в жизни можно сделать, да? Такие вот пирамиды из людей. Конечно. Давай так пирамиду из подписчиков сделаем. Ивент, живая сходка, да? Забавно было бы, да? Да. Я представляю эту пирамиду. О, это было круто. А интересно, ты был бы внизу или на вершине? Я был бы наверху, наверное. Ну, на тебе же все стоит, Женя. Да. Не ты на всех стоишь. Блядь. Тогда я был бы в том случае козлом отпущения. Альберто Куртенбах. Альберто Куртенбах, давай. Посмотри на ноги. Беда. Какой Куртенбах? Куртенбах, давай. Альберт. Аж прям кашель пробился. Кашель пробился? Пробился. А, пробился? Пробился. Куртенбах. Альберто, ёпта. Альберто. Альберто. На-на-на-на-на. Альберто. А я именно похож на Альберто. Похож на Альберто. Ловко, рука не отвалится, нет? Не, нормально. Альберто. Портер Куин. Ну, хоть Куин, ладно. Ты ей козла за муди схватил. Нормально все. У тебя, смотри, Пипа крутится вокруг своей оси на 360 градусов. Да? Фига. Такие звуки издают, конечно. Да, кстати, отличные. А когда он издает? У меня не всегда слышит. Не знаю, почему-то вот просто издает сам по себе. Когда, видимо, сильно тяжело ему тянуться за чем-то там. Печалька. 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 Что это было? Если печа, печаль, как это называется? Печалька. Бичалька? Бичалька, да. Бичалечка. Ух, нифига, какой хлепок. Мощная, да, загнал. Ага. Ага. Давай, давай, Женя, оторвись. Во. Нифига себе, я даже специально хочу забраться еще раз посмотреть. Тебе везет на имена Дивон Джаремко. Джаремко, блядь. Дивон Джаремко. Еремко. Дивон Еремко. Невод Новит. Джеремка. Джеронимо! Джеронимо. Джеремка. Джеремка. Ну давай, коробка. Смотри, да. Смотри, как ловко, да. Я ловко на руки встал. За пипин давай хватайся. Не могу. За пипеланс давай хватайся. Не хватается туда. Да, ну тогда пипен в пипен делай. Исидра инсы, да? Банан у меня няшно болтается. Исидра. Ой, Жень, ты зеленая свинья. Зеленая свинья. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Исидра. Ну, Исидра. Прикольно звучит. Исидра. Сидр. Сидр. Да, печально. У тебя банан между ног? Да. Я только сейчас заметил. А что у меня там должно быть? Я только сейчас обратил внимание, что у тебя банан между ног. Твою мать, блин. Ой, Женя, а зачем ты банан туда всобачил? Ну, а что там, не банан должен быть, что там? Ну, если у тебя свинья, то зачем банан? Что, мне манго туда? А дельфина не было? Давай. Дельфина, нет? Может, мне манго туда еще засунуть, нет? Можно было. Кабачок. Кабачок? Угу. Исидор, конечно, тащит, давай. Исидор вообще красавчик. Ильсидор. Исидро. Исидор. У меня какие-то еврейские фамилии вообще. Повезло тебе в этот раз. Так, ты успеешь? 22 секунды. Надеюсь. Давай, давай. Во-во-во-во, отлично, давай. Давай, Женя. По хайру мне, во. По хайру тебе. Тут в туалете. Дрю Пилло.
Дрюпилла. Дрюпилла. О, я знаю только Дрю Бэрримор, но этот Дрюпилла, конечно, вытаскивает больше. А я Дрюпилла, да. Да, ты Дрюпилла. Слышь, Дрюпилла. Это жестоко. Дрюпилла. Сейчас сиди, я Дрюпилла это. Давай, карабкайся уж, Дрюпилла. Дрюпилище не жмет тебе там между ног? Не, нормально. Дрю, у тебя есть пилла? Пилла у тебя есть, Дрю? Пилла Дрю. Пилла Дрю. Пилла Дрю. Назовите свою фамилию и имя. Пилла Дрю. Дрюпилла. Из команды Брендит. Из команды Брендит Дрюпилла. Размах выше взять. Хорошо. Юлисис. Юлисис. Избрехт. Блин, что это у тебя за имена такие, Юлисис? Юлисис смешно, кстати, звучит. Юлисис, да. Юлисис. Нормально. Избрех. Избрех. Избрех окоянный. Примерно так же. Избрех окоянный? Избрех окоянный. Дядька Женька, избрех окоянный. Окоянный избрех, да. Прикольно звучит. Юлисис. Юлисис круто. Так Юлисис — это всегда круто. Отсыпьте немножко Юлисиса, да? Избреху. Избреху немножко мне, бреханите. Не прописать тебе по избреху? У Люсиса, да? Нежными Юлисисами, да, по избреху прописать? По избреху тебе немножко прописать надо. Слушай, ты так отлично идешь? Отлично иду, вообще прям. Скоро так, это самое, до Луны дойдем. Прикинь, там наверху Луна будет. Будет там Луна, ага. Избрих. Там должен быть какая-то ачивочка. Луна избрих там будет. Сальвадор Урбас. Давай. Сальвадор, блядь. Сальвадор, давай. Опять-таки я... родной, куда тебя затянуло? Я знаю Сальвадора Дали, это Сальвадор Урбас. Сальвадор Урбас, 16 под номером из команды Брендит. Карабкается караб. Сальвадор Урбас. Сарбу, сабру. Родовалас. Родовлас. Обратно Сальвадор. Родовлас. Жень, так, тихо. Родовлас сабру. Импасибру, Сальвадор. Родовлас, импасибру. Добраться. Давай доберись, мой сладкий персик. Мой сладкий манго, да? Манго. Твоё сладкое манго. А чё ты манго? Я не манго, ёпта. Я ничья не манго. Алигруч. Терренс Алигруччи. Терренс Алигруччи. Ой, тихо. Отлично получается рифма, кстати. Терренс. Терренс и Филипп, я помню, был в Саут-Парке. А-а-а. Ты 17-й, кстати. Да. Отлично. Алигруччи. Алигруччи. Беспуччи, Веспуччи, Америго. Альгруч. Это, как знаешь, итальянская техника, элитная сантехника. Обосраться. Обосраться, ну да. Обосраться. Элитная сантехника из Италии, да? Обосраться. Элитная сантехника из Италии, блин. Так, Женек, смотри, как мы эффектно с тобой продвигаемся. Так уж приноровились, уж. Так и я так понял, да? Хорошо же. Надо зайти в следующей серии уже. На мир посмотреть. На мир посмотреть. Засиделся дома, что ли? На мир посмотреть надо выйти. Хорошо, сейчас выйдем. Или Бруччи. Или Бруччи. Терренс Алигруччи. Спорь, у меня следующая фамилия какая-нибудь еврейская будет. Да. Я даже спорить не буду. Ого. Сальвадор. Твою мать. О, Густаво. Густаво Морелло. Такое впечатление, что мы сам поиграть сели. Густаво одни тут. Мореллы, Густавы, Никиты. Не, Никиты еще не было. Сальвадоры были. Владоврас или как там? Владоврас. Ага. Что там колдае? Что? Что ты говоришь? Какая-то у тебя колда там, я не знаю. Что ты там крутишься? Пытаюсь вот забраться. Эпилептик, что ли?
Лепс? Кто Лепс? Эпилепсик, говорю. Я уеду жить в Лондон, давай. Я уеду жить в Лондон. Туда, где... Туда, где, да. Туда, где. Где кричат ку-ку-ку, настоящий бро, да? Жить в Лондон. Сейчас я тебе покажу, блядь, мастер-класс. Густаво. За пяточку будешь... А, за руку будешь держаться. Воу! Воу-воу-воу-воу, Ник Шиман. Это мне тоже напоминает сам, где анимации разные. Ух ты, прикольно. Клаудио Интриага, да? Клаудио. Клаудио Интриага. Ёпта. Давай Гамлета нахуй разыграем. Да. Давай, Клаудио. Давай, нормально. Нормальные названия, имена, то есть. Угу. Быть или не быть, Жень? Вот в чем вопрос, блин. Ага. Ой. Так куда ты руку суешь? Это даже нога была, Жень. Это не то, что рука. Давай. Клаудио. О, Клаудио. Клаудио, сынок. Я представляю, в какой-нибудь русской семье, да? Сын Клаудио. Клаудио. Сын Клаудио. Ой, блин, а какую-то еще надо красивую русскую фамилию для Клаудио. Интриагу. Что там вы думаете? Клаудио Интриагу. Клаудио Интриагу. Если бы ты был футболистом, то было бы круто. Было бы круто, если бы я был футболистом. Ну, с такой, с такими именами и фамилией. С Клаудио Интриагу. Интриагу. Интригант, ёпт. Интриган. Интеграл, блин, интригал. Интригал интеграла интегрирует интегрально, да? Угу, нет, есть такой момент. Давай, Женек, давай. Да, Женя, да, давай, вот так. Если выключить видео и доставить только звук, можно немножко испугаться, да? Можно. Да, смотри, как я сел, видишь, наверху? Эх, чуть-чуть я не успел, блин. Чуть-чуть, ну, можно здесь закончить. Ладно, ничего страшного, да, здесь уже закончим. Пока-пока. До свидания.